Я связала две части кошелька. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5 рядов вот этих квадратиков одинаковые. И теперь я начну соединять эти детали. То есть мне нужно связать донышко и боковины. Вот так это у нас выглядит на кошельке готовом. Эту деталь я пока отложу. Тут мы ниточку не обрезали. Так, я уже сделала воздушную петлю подъема. Сейчас я еще раз. Вот так у нас ниточка выходит. Воздушная петля подъема. И я начинаю обвязку. Посмотрите, как у нас устроена боковина. То есть у нас вот такие как бы есть вот тут столбики. И вот за них мы как раз и будем цеплять. Делаем изнаночный столбик без накида. Рельефный. Рельефный изнаночный столбик без накида. Провязали. Дальше опять с внутренней стороны заводим, вот так огибаем этот столбик, вытягиваем и провязываем столбик без накида. У нас получается изнаночный рельефный столбик. Вот так заводим крючок, вытягиваем, провязываем. Вот так заводим. Провязали. Так, что-то у меня тут ниточка зацепилась. Так, вот мы дошли до уголка. Тут как мы делаем? Вот сюда заводим, провязываем. Дальше мы прибавок не делаем, мы будем спускаться, вязать, вернее, донышко. Точно так же рельефными изнаночными столбиками без накида. Под каждый вот этот столбик. То есть, посмотрите, завела крючок, вот так обогнула столбик. Провязала, завела крючок, провязала. И так каждый вот этот столбик нужно провязать. Каждый столбик, вот тут у нас столбики с накидом, и мы каждый вот этот столбик провязываем изнаночным рельефным столбиком без накида. Дальше идите сами до этого уголка. Я подошла к концу ряда, вот у нас остался последний столбик с накидом и вот эта воздушная цепочка из 3 петель. Провязываю последний столбик с накидом, изнаночным рельефным столбиком без накида. Дальше вот под эту цепочку завожу крючок и тоже точно так же провязываю. Теперь я начинаю вязать боковину, то есть я начинаю подниматься по стенке кошелька. Точно так же обратите внимание, как у нас устроен кошелечек. То есть вот тут вот такие есть как бы столбики, вот они, и мы будем вязать также под них. То есть я завожу вот сюда крючок, провязала, дальше я поднимаюсь вверх по стенке кошелька.
Вот я дошла до самого верха, и теперь осталось вот под эту цепочку провязать. Точно так же завожу крючок и провязываю. Все, я закончила обвязывать первый ряд. Дальше я делаю воздушную петлю подъема и разворачиваю работу. Во втором ряду я буду просто вязать обычные столбики без накида в каждую петлю по 2 перемычки. Никаких прибавок делать не нужно. По 2 перемычки вот сюда я провязываю в каждую петлю столбик без накида. И так я должна пройтись по вот так, вот так и вот так. Вот отсюда должна дойти. В уголках никаких прибавок делать не нужно. Вот так провязываете и вот так. Я дошла до конца ряда, и в конце нужно не пропустить вот эту воздушную петлю подъема, которую мы вязали, и под нее тоже провязать столбик без накида. Дальше воздушная петля подъема, разворачиваю работу, и я вяжу теперь второй ряд столбиками без накида. Точно так же в каждую петлю под 2 перемычки вяжу второй ряд столбиками без накида в обратном направлении. И точно так же не нужно делать никаких прибавок. Не забываем провязывать последнюю воздушную петлю подъема, вяжем последний столбик без накида, и дальше мы начинаем соединять детали. Вот эту деталь я вот так разворачиваю, беру вторую деталь, вот это у нас лицевая сторона, вот это изнаночная сторона. Лицевой стороной я ложу наружу, вот это у нас верх, вот это донышко, убеждаюсь, что верх вот тут у меня, и теперь начинаю соединять. Посмотрите, как у нас устроена деталь. То есть тут точно так же есть вот такие как бы перемычки, и мы будем вязать как раз под них. То есть мы вот будем под них продевать крючок. Ищем первую вот эту перемычку. Так. Вот она первая перемычка. Ищем следующую петлю на второй детали. Вот она. Крючок продеваем и провязываем столбик без накида. Дальше ищем следующую перемычку, следующую петлю на второй детали. Провязываем. Итак, мы провязываем каждую перемычку и каждую следующую петлю второй детали. Следующая перемычка, вот она петля, провязала в перемычку, дальше в петлю второй детали и провязала. Вот вы можете вот так посмотреть и убедиться, что у вас на одной высоте соединяются эти детали, что вот эти квадратики идут в продолжение. Дальше опять в перемычку, в следующую петлю провязала.
Вот осталась последняя перемычка, и тут воздушная цепочка из 3 петель. Вот в последнюю перемычку провязываю, в следующую петлю провязала. Дальше под вот эту цепочку, вот она цепочка, следующая петля провязала. И дальше я начинаю вязать то же самое, только вокруг вот этих столбиков с одним накидом. Вот сюда буду провязывать. Вот у нас первый столбик с накидом, крючок просунула, следующую петлю провязала. Дальше следующий столбик с одним накидом, вот сюда ищу следующую петлю. И так я должна провязать вот все донышко полностью и вот эту боковину тоже. Следующий столбик с накидом. Следующая петля и провязала. Обратите внимание, что тут у нас получается вот такая цепочка симпатичная. Вот она, красивое такое соединение. Обратите внимание, что у вас не смещено по высоте вот эти две детали, и что вот тут они тоже на одном уровне. Вот так проверьте себя, что вот эта как бы линия, она продолжается вот тут от квадратиков. Я убедилась, у меня все хорошо. Дальше вы идите сами, соединяете вот так, и вот тут мы с вами встретимся. Вот эта цепочка, под нее продеваю крючок, вытягиваю, соединяю. Все, я закончила соединять две детали. Посмотрите, тут получилась такая красивая цепочка. Вот она, косичка проходит. Дальше мне осталось обработать верх кошелька. Я делаю воздушную петлю подъема и начинаю обрабатывать. Посмотрите, вот у нас тут есть рельефные лицевые столбики с накидом и обычные столбики с накидом. Мы будем обычные столбики с накидом, вот эти, провязывать столбиками без накида, а вот сюда мы будем вязать лицевой рельефный столбик без накида. То есть вот мы начинаем, вот сюда мы вяжем обычный столбик без накида. Тут у нас рельефный столбик, мы сюда провязываем рельефный столбик без накида. Дальше у нас два обычных столбика. Раз, два. Рельефный столбик. Снова два обычных столбика. Рельефный столбик. Два обычных. Рельефные. Вот у нас что получается. Идите до конца, и вот тут мы с вами встретимся. Вот это я провязываю рельефным столбиком. Вот это я тоже провязываю рельефным столбиком. Вот, я провязала первый ряд столбиками без накида. И дальше я вяжу соединительными столбиками. То есть я завяжу, просто соединительные петли вяжу. Это у нас будет последний ряд. По всему периметру провязываем соединительные петли. Вот я подошла к концу ряда. Ниточку можно обрезать, больше она нам не нужна.
вытягиваем. И теперь нужно сделать незаметное красивое соединение в конце ряда. Посмотрите, вот тут ниточка выходит, вот она выходит. Вот эту мы пропускаем петлю, следующую вот так протягиваем. И дальше возвращаем туда, откуда она у нас выходила. То есть она у нас выходила вот отсюда, сюда, значит, и возвращаем. Вот у нас получилось незаметное соединение. Дальше вам нужно спрятать вот тут на задней части. Я дальше вам не буду показывать. Вы сами вот так прячете и завязываете узелочек где-нибудь. Мы закончили на этом вязать сам корпус кошелька. И дальше нам нужно сделать вот такую застежку. Я сейчас вам покажу, как ее делать. Вот такую. Начинаем вязать застежку. Делаем воздушную петлю и дальше провязываем. Это первая петля, дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Дальше отсчитываем 7 петель от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот восьмую провязываем столбик без накида. Дальше вяжем столбики без накида. И последний седьмой столбик без накида. Вот что у нас получилось. Воздушная петля подъема, и я разворачиваю работу. Теперь я иду в обратном направлении, провязываю столбики без накида. Я дошла до петельки. Внутрь петельки я провязываю столько столбиков без накида, сколько потребуется. Я их не буду даже считать, просто провязываю, чтобы заполнить эту петельку. Еще последний столбик без накида провяжу. Вот я заполнила петельку, и теперь я опять провязываю столбики без накида, спускаюсь вниз по застежке. И последний столбик без накида. Все, я связала застежку. Вот такая застежка получилась. Нам осталось пришить вот эту застежку. Вы должны определиться, где у вас перед, а где у вас задняя часть кошелька. Я предлагаю передом сделать вот эту часть, потому что вот тут вот эта красивая косичка будет, проходит. Поэтому тут у нас будет вот такая пуговичка на передней части. И значит, вот сюда на заднюю часть нужно пришивать саму вот эту застежку. Вот сюда, значит, будем пришивать. Вам нужно найти середину. Вот она середина. И теперь вы берете иголочку и с помощью иголочки будете пришивать. Так. Прикладываете застежку
посередине, да, чтобы у вас все было ровно и красиво. Вот, и начинаете просто обычными стежками вот такими пришивать ее. Ничего трудного. Вот. Вот так вы пришили. Дальше вы сами спрячьте нитки. Если вы будете шить подклад, вот как у меня вот тут сшито, значит, вам лучше застежку пришить уже потом, когда будет готов подклад. Если без подклада, то можете ее пришивать. Вот сюда вы пришьете пуговичку красивую, большую. И все, на этом мастер-класс закончен. Ставьте, пожалуйста, мне лайки, подписывайтесь на мой канал, потому что мне это необходимо для продвижения. На моем канале вас ждет много-много новых мастер-классов. Я всегда буду работать, и для меня ваши лайки очень важны, чтобы мой канал продвигался. До новых встреч! Желаю вам приятного вязания!